Это «Давеча», мы снова с вами. Для всех шопоголиков мира в России сегодня наступил очень важный день. Ровно в полночь стартовал так называемый «Киберпонедельник». В ближайшие двое суток при покупке товаров или услуг через интернет можно получить большие скидки. Так, например, некоторые онлайн-магазины предлагают товары дешевле на 90%. В России такой праздник для любителей покупок появился совсем недавно, но статистика показывает, что продажи во время «Киберпонедельников» уже превышают предновогодние в несколько раз. Поэтому все больше интернет-магазинов подключаются к этой акции. Традиционно она стартует в последний понедельник января. В этом году количество участников насчитывает больше 200 компаний.